Жек, ну давай вспомним, какой у тебя по... Давай просто какой по счету вспомнишь, сухарек-то? В этом сезоне? Не в этом, всего в карьере. Ну, вот недавно, сколько, 15 было, 16, не знаю. 17, наверное. Победный гол, автором победного гола сегодня стал ты. Как эмоции, когда забиваешь такие важные голы? О, это просто моя работа, забивать такие голы. Вы все слышали? Да не, ну команда выиграла, настроение хорошее, что самое главное. У нас борьба идет ожесточенная, правильно, за плей-офф? Получается. Ну, Борис, одни из конкурентов за попадание в плей-офф сегодня чувствовался. Да, это супер, что мы их обыграли. 4 очка игра была. Что еще сказать? Победа есть победа, правильно? Женька, молочек с сухариком. Оставьте, бойцы. Давай, хорошо поработали, хорошо отдохнем, как говорится, да, Вань? Правильно, только отдохнем. Молочек, ребятки, красавцы. Всех с победой. Молодцы, ребят, хорошая игра, играли до конца. Олег, нельзя. Да, Олег. О, красавцы, мужики, да, тяжелая победа. Игры были за 4 очка. Давайте с тем же настроем на выезд. Красавцы.